Прикинь, что нашел? Лошадь, секретарь пишет за тебя имейлы. Это настоящая рекламная акция Министерства туризма Исландии. Страны с невероятной природой и флером. Лучше бы в Турцию поехали, и дешевле было бы в 10 раз. Агил рулит! Посыл рекламы в том, что 55% туристов в отпуске вообще не отдыхают, потому что постоянно приходится писать имейлы. Поэтому, пока ты отдыхаешь в Исландии, твою почту предлагают перевести на outhorse. Ну, это как outsource, только horse. Ну, то есть лошадь. Для непарнокопытных сделали огромную клавиатуру, на которой они пишут письма твоему боссу, пока ты отдыхаешь. Да не переживай, босс не отличит. Я считаю, что это хорошая реклама, привлекает внимание к проблеме работы в отпуске и звучит классно.